Добрий вечір, вітаю. В ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про великий боксерський вікенд в Одесі, взагалі про новини на бокс. Радий вітати в нашій студії Микіта Лукін, секретар обласної федерації боксу. Добрий вечір, пан Микіта. Добрий вечір. Валентин Федоров, віце-президент обласної федерації. Вітаю. Добрий вечір. Тренер по боксу клубу «11 юнсі» Михайло Чубанов. Вітаю, пане Михайло. Отже, хотілося розпочати з новини, свіжої новини, пан Валентин. Нещодавно ви стали віце-президентом обласної федерації боксу. Ваше враження, кілька слів, ваші плани? Враження замечательне. Чому? Тому що це определенный этап жизни, и мы очень много, я лично много времени посвятил спорту, вся наша команда, команда Национального университета, Одесская юридическая академия, Международного гуманитарного университета, огромное количество времени уделяет спорту, и наше взаимодействие с областной федерацией бокса, это не сегодня она сложилась, а на протяжении многих-многих уже лет, и такой симбиоз, знаете, наверное, вырос в то, что меня назначили, выразили мне такое доверие вице-президентом федерации, собственно, и наша деятельность, наше взаимодействие продолжается в том же русле, то есть особо оно ничего не поменяло. Почему? Потому что то количество проектов, то количество соревнований, которые мы проводили, может, разве что оно увеличится в том контексте, что на базе Национального университета Одесской юридической академии будет проводиться еще больше мероприятий. Вот 21 июня, в частности, если говорить о ближайших планах, как раз будет впервые в Одессе проходить вечер профессионального бокса, Руслан Белинский будет биться за пояс, и, в принципе, профи-бокс — это несколько иной уровень уже, да, бокса, то есть есть любительский спорт, есть профессиональный спорт. И это тоже интересное, очень интересное событие, это тоже интересный опыт, который мы лично и в Национальном университете, и вообще в Одессе принимаем впервые. Попробуем, я думаю, что это будет успешное мероприятие. Да, помогу, еще можно несколько слов про турниры, на які чекают на нас, ось и в неделю, и також потом про то, что будет. Потом ближайшее, то, как сказал Валентин, это у нас планируется 21 июня, то, что будет на спортплощадке Юр-Академии вечер профессионального бокса, где будет 14 пар. Из этих 14 пар будет принимать участие 18 одесситов. Есть ребята, которые уже имеют какие-то бои. Вот нам Белинский, уже чемпион Украины среди профессионалов, будет защищать свой пояс. Также будут ребята-дебютанты, у которых это будет первый шаг в большой спорт. Будут себя пробовать. Тем более правила АИБА не запрещают боксеру принимать участие и в любителях, и в профессионалах. Михайло, до вас питання. Чи можна сказати, якщо у нас ще так багато подій, пов'язаних з боксом, що Одеса – центр українського боксу і професійного, і не тільки? Одесса, несомненно, в боксе очень развита, потому что у нас сейчас есть Цотный, Рогало Цотный, это чемпион Украины среди любителей в супертяжелом весе, это весовая категория, самая такая престижная. И он сейчас будет отбираться на Олимпийские игры. Олимпийские игры — это самые крупные соревнования во всем мире, то есть ничего крупнее нет. И вот если бы не карантин, который немножко наломал, конечно, дров всем, то он бы уже, я думаю, что завоевал лицензию. Немножко лицензионные турниры перенесли. Олимпиаду також перенесли на 21-й рік. Это да. Но будем надеяться, что он все-таки завоюет лицензию, поедет на Олимпийские игры и привезет нам оттуда медаль. Желательно золотую, конечно. Також, наскільки я знаю, є дуже такий важливий захід і в суботу. Це тренування. Просто море там, поруч. Открытая тренировка, да, и это очень важно. Для чего? Для популяризации бокса в принципе. Почему? Потому что у многих сложно такое впечатление, да, бокс — это удары по голове, это отбитые боксеры, да, и так далее. Но вы понимаете, в боксе есть несколько направлений. Есть любительский бокс, о котором Михаил сказал, есть профессиональный бокс, о котором говорит Никит. Но есть и бокс как фитнес, да, то есть как культура. То есть каждый человек может заниматься боксом просто для того, чтобы держать себя в тонусе, для того, чтобы развиваться, совершенствоваться физически. И не обязательно вам выступать на ринге, там, драться, биться. Вы можете просто приходить и держать себя в форме. А бокс — это именно тот вид спорта, который тонизирует все мышцы организма и действительно позволяет вам находиться в прекрасной физической форме. И именно эта тренировка, которая будет на открытом воздухе, как раз, наверное, скорее больше направлен именно на то, чтобы большее количество людей привлечь в бокс. Привлечь в бокс как занятие спортом для себя лично. Вот. Конечно, если есть у кого-то желание дальше развиваться, выступать и завоевывать какие-то
какие-то медали, пожалуйста. Но, например, в Америке, там, я не знаю, на каждом квартале открыто по залу бокса. Ну, у нас такого количества нет, но вот буквально на выходных мы открывали зал. Еще будет на это, на 27 числа, потом в юридической академии через месяц тоже будет открываться зал. То есть количество залов в Одессе растет, и не все те, кто приходят туда, именно приходят туда за медали. Многие приходят для того, чтобы просто вот у нас на Сигетской клуб 12 унций, там огромное количество людей, которые просто приходят и занимаются исключительно для себя. Ну и, наверное, эта тренировка как раз направлена на то, чтобы показать людям бокс с разных сторон. А взагалі, Михайло, раз ми вже говоримо про цей клуб, дійсно приходять люди, які, щоб підтримати себе в формі і захистити себе? Навіть такі дуже багато людей приходять займатися просто для себе, дівчат багато приходять займатися. І ви знаєте, це все, може бути, чоловік, вот, який прийшов після 30 займатися, да, боксом. Тобто він ніколи не вийде в ринг, ніколи там не принесе нам якісь золоті медалі. Но он приведет заниматься своего ребенка. То есть раньше как считали, что бокс это там вид спорта головорезов, то приходят только отморозки. А нет, бокс это, ну, вид спорта очень, ну, то есть разносторонне развивает. И действительно, там надо думать. Просто так, если ты вышел просто помахать кулаками, тебя там быстро приструнят. Поэтому мы развиваем бокс, показываем людям, что заниматься боксом может любой. Может любой, и Это все развитие, ну, приводит к тому, что больше молодежи мы отрываем как бы от улиц. То есть родители, да, приходят, они, о, так бокс классный вид спорта. Отдают ребенка, а ребенок уже выступает на соревнованиях, уже ездит, уже приносит нам медали. Может, когда-то он вырастет и станет вторым Ломаченко. Пан Микіта, таке питання до вас. Якщо ми говоримо про позиції одеського боксу там, в боротьбі в чемпіонаті України, це, я сподіваюся, лідеруючі позиції, ми тримаємося там на високих позиціях. Кількість майданчиків способствує цьому, що ми на перших позиціях? Ні, ми, смотря по чим. По юношам, юніорам ми займаємо лідіруючі позиції. Це дуже важливо. По взрослим немножечко відстаємо, где-то, входимо в тройку, в п'ятерку. Запорука успіху – це і тренерська база, так, і це і майданчики, це і ринги, які все ж таки відкриваються. Звісно, так. Чим більше у нас буде залів, тим більше площадок, чим більше людей займається, тим буде зростати конкуренція. Конкуренція дає рост і, відповідно, якщо у нас буде багато, ну, великий, як би… Є зали, да, є кому тренувати, так? Совсем другой отбор, и за счет конкуренции будет расти мастерство. Соответственно, на чемпионатах Украины мы будем очень сильно конкурентоспособны и будем только лидерах. Ну, Валентин, до вас питання. Коли я говорю про матеріальну базу, про майданчики, про ринги, я згадую турніри пам'яті Семена Трестіна, пам'яті Романа Песіна, Бориса Литвака. Это всегда условия, это важные условия, и юридическая академия створює их. Створює, и более того, вот о чем мы говорили, вот этот селекционный отбор, почему мы занимаем лидирующие позиции среди юношей, да, там, среди студентов, почему? Потому что огромное количество внимания вот президентом нашего университета Сергеем Сергеевичем Кивалом как раз уделяется именно тому, чтобы наши студенты, ну, во-первых, они бесплатно могут заниматься, во-вторых, для них созданы условия в плане учебы, да, это определенный индивидуальный график и так далее, то есть возможно полноценно проходить тренировочный процесс и процесс обучения. Плюс, понятно, что это финансирование. И президент федерации Халит Мусаев и президент университета Сергей Алексеевич Кивалов это прекрасно понимают, и что немаловажно, ну и материально обеспечивают в том числе тех студентов или тех спортсменов, скажем так, которые показывают какие-то определенные результаты. Ведь, ну, это вырастить спортсмена, как Михаил сказал, там, чемпиона второго Ломаченко, но это надо вложить огромное количество ресурсов, я имею в виду, и физических, и моральных, и знаний, и в том числе и материальных, да, для того, чтобы из тысячи 100 лучших, а из этих 100 лучших там один самый лучший. То есть это очень большой процесс. Этот процесс, ну, если на базе национального университета и международного гуманитарного, около 15 инфраструктурных больших спортивных проектов. У нас около 5 залов, ну, различных залов, начиная с вольной борьбы, заканчивая самым свежим залом бокса.
Мы взаимодействуем с организацией «Мангуст». У нас и зал грэплинга, бразильского джиу-джитсу, ММА открыт. То есть все направлено на то, чтобы молодежь максимально была задействована и в учебном процессе, и в процессе спорта. Потому что многие приходят, у нас есть там Олег Гута, Александр Гордиенко, чемпионы мира, Европы, все что можно. Они пришли в университет, вроде как получать юридическое образование, да, но при этом они реализовались как суперспортсмены, да, спортсмены топового уровня. И это все стало возможно благодаря тому, что существуют эти залы. Есть у нас прекрасные тренера. Вот Михаил тоже принимает участие в процессе социальном, то есть где дети, да, и там студенты наши тоже занимаются бесплатно, с ними занимается. Мы точно так же, зал Академии бокса будет тоже направлен исключительно на социальные направления. Не только студенты, но и в принципе жители города Одессы, дети города Одессы смогут туда приходить, заниматься абсолютно бесплатно. И понятно, что если это будет группа 30, 40, 50, 100 человек, из этих 100 человек 100% вырастет какой-то спортсмен. И самое главное, что уже было сказано, мы заберем их с улиц, и мы даем им возможность реализовать. Насколько они реализуются? Даже если просто ребенок будет заниматься спортом и просто не ходить и не заниматься чем-либо другим, это уже хорошо. А если еще из этого количества вырастет еще спортсмены, которые принесут копилку университетов, города и области медали, но это еще более замечательно. И это, чем больше залов, чем больше площадок, тем лучше селекция. Також я вважаю, що потрібно зауважити, що спортсмен, коли він поступає до навчального закладу, до Юракадемії чи Міжнародного гуманітарного університету, він там не як трава в полі, не сам по собі. Це завжди знання, це завжди індивідуальний підхід викладача до кожного спортсмена. Однозначно. Однозначно. Во-первых, ми смотримо, теж слідимо. У нас є определені навики, ви розумієте, діти самі приходять. Тобто вони знають вже, коли приходять в університет, вони знають, що тут один зал, тут другий, тут третій зал. Чоловік прийшов, почав займатися. В ньому побачили якийсь потенціал. Все, їм почали займатися. Ми тут же зв'язалися. Вот почему есть взаимодействие с Федерацией бокса Одесской области. Мы уже взаимодействуем, мы уже работаем. Мы тут же состыковались с ребятами, с Никитой, с другими. О, здесь есть перспективный спортсмен. Все, и начинается уже процесс затягивания в большой спорт, и его развитие, конечно. А откуда база, основа? Школа, университет. Все, где еще брать этих детей, одаренных детей? Только там. Дякую, Валентина. Михайло, питання до вас. Ми розуміємо, що завжди регіони України між собою соревнуються. Там змагаються, хто там перший, хто другий. Іноді буває так, що спортсмен з одного регіону переїжджає до регіону іншого і здобуває нагороди, медалі для своєї нової батьківщини. Це не завжди, може, чесно, правильно, але ми можемо зрозуміти спортсмена, у якого немає умов, він повинен переїхати в Київ чи в інше місце. Я сподіваюся, що в Одесі немає таких проблем, в майбутньому точно не повинно бути. Такі проблеми на самом деле були. Так. Були, і ми, звісно, сподіваємося, що такого не буде. А чому це все? Знаєте, не можна винити прямо спортсмена, що він уїхав. Чому він уїхав? Тому що, они все учатся, как говорил Валентин, в университете. Они заканчивают университет, им надо кому кормить семью, кому просто жить. Им нужна финансовая поддержка. Если такой финансовой поддержки не было до сих пор, то понятное дело, что он принимает какие-то предложения и уезжает. Но вот относительно недавно Халид Мусаев стал президентом федерации, и мы видим тенденцию к развитию. То есть вливаются деньги, поддерживаются перспективные спортсмены, это очень хорошо, мы надеемся, даже Цотная Рогава, он тоже, я думаю, что получал много предложений и мог куда-то уехать, но тем не менее он боксирует за Одессу, да, конечно, и будет приносить нам медали. Я думаю, что в дальнейшем таких спортсменов станет все больше и больше, потому что открываются залы, формируется какая-то, понимаете, вот для чего, чтобы вырасти чемпиона, нужна какая-то система, то есть тренер хорошо, но должны быть сборы организовываться, сборы в области, потом сборы все украинские. А это все нужна, во-первых, поддержка финансовая, а во-вторых, человек, который будет руководить этим всем. Потому что один в поле не воин. Сам тренер самому очень сложно вытянуть. Сейчас команда сформировалась, и, в принципе, система есть. Надо ждать результатов, плоды будут. Дякую. Микита, ми бачимо ось Михайло, молодий тренер. В моїй уяві, я завжди, коли бував на змаганнях, то тренери по боксу – це такі вже освічені майже дідусі, по 70-75 років. Тобто боксерський тренер – це людина будь-якого віку може бути. Ну, от ви правильно сказали, що це може бути тренер практично будь-якого віку. Тобто,
То есть как человек просто, ну, не обязательно он должен быть там великим чемпионом, чтобы стать тренером. То есть он просто занимается, заканчивает там педагогический институт этот по физвоспитанию и идет преподавать. Це також і психолог. Це не тільки конечно, там про фізичну культуру, це і да, вміння. Це ж не просто так говорять, що хороший боксер може, ну, не бути тренером. Да, не може бути там, ну, може так случиться, що він не буде хорошим тренером. В Одеській області немає зараз дефіциту боксерських тренерів. Ну, як ви вважаєте? Ні, тренерів дефіциту нету. То есть, хватає... А якісних тренерів? Ось таке питання. Ну, якісних, знаєте, як совершенство нет предела, то есть, ну, придраться можна к любому, то есть, всі тренера работают по максимуму, у нас є результати, у нас, ну, даже то, що ми говоримо, Цотна Рогава, це то, що у нас по еліті саме, то, що ми возлагаємо на нього надежду на Олімпіаді 2021. Також у нас є чемпіон Європи цього року Захарєєв по юніорам, то есть, тоже у него. Тобто є да. приклади. Є приклади, щоб да, ці традиції есть... зберігалися, щоб вони помножилися. Литвак теж. Тобто це все, кстати, наші студенти. Поэтому тренер – це призвання. Не кожен може стати тренером, наставником. Ну, хорошим тренером. Ну, тренером, знаете, хороший, тренером можете работать. В клубе, вот в каждом клубе хороший. Есть несколько тренеров, да? А есть старший тренер, который ведет их на, допустим, чемпионат области. Также в области есть старший тренер, который везет их на Украину. То есть должны все работать в симбиозе. Когда как они, команда. Когда да, команда будет работать как взаимодействовать, тогда и будет результат, конечно. Дякую, Михайло Волонтин. Я бы хотел, чтобы мы на завершение нашего разговора запросили на боксерский уикенд и еще до субботнего заходу, и еще до недельного. Да, ну, во-первых, приглашаем всех желающих, кто хочет самосовершенствоваться, развиваться, развиваться физически и морально, и духовно, ментально. Почему? Потому что уже было сказано, вы знаете, бокс это боевое искусство, это не просто, это философия, это мотив, это шахматы. Почему? Потому что для того, чтобы эффективно боксировать, просто даже понимать, как правильно это делать, ну, это ты должен переигрывать своего соперника. Не просто в тупую драться, ну, это не драка, нет. Это именно боевое искусство. Поэтому, кто хочет развиваться, пожалуйста, во-первых, мы приглашаем всех 20 числа на пляж «Дельфин», в 10 часов на такую открытую тренировку. Ну и 21 числа на базе Национального университета, вот здесь, на 4-й станции Большого Фонтана, под куполом, стадион на вечер профессионального бокса. Во всяком случае, смотрите на телеканале «Репортер», если не сможете увидеть это воочию. Вот здесь обязательно должны показать. И пожелать хочу развития спорта в принципе в Одессе. Ну и, конечно, развития нашего любимого спорта – это бокса. Дякую, панове. Можно я скажу, так, еще добавлю так, до открытой тренировки, то, что у нас будет на пляже «Дельфин». То есть это планируется, ну, как бы не единоразово, то есть это планируется как-то систематически. То есть прийти может абсолютно любой желающий. Конкретно вот в эту субботу тренировку будет проводить там Павел Журавлев, он чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу, Михаил Чабанов, Станислав Буланов. То есть это именитые и спортсмены, и тренера. Валентин, кстати, тоже будет принимать участие в тренировке. Да, это мы будем. Вы говорите про наставника, Михаил просто еще и мой тренер. Главное, еще погода минимальная. Я разумею, еще и бокс також в будь-яку погоду відбудеться. А про селекцию, прошу прощения, тоже добавлю. Михаил чемпион Молдовы среди молодежи. На сегодня он в Одессе развивает спорт, да, и развивает бокс. Поэтому вот это взаимодействие. Как мы говорили, потому что здесь условия. Да, здесь условия, видите, поэтому он приехал в город у моря. Поэтому сегодня этот симбиоз. Вот видите, сегодня уже мы развиваем спорт в Одессе. Вот кордонів немає, це добре, тому що для якісної підготовки якісного спортсмена не має бути перешкоди, якісь там перепон. Дякую, панове, успіхів, нових перемог і здоров'я. І вас приглашаємо теж на тренування по боксу. Дякую. А залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хеміт. До наступних зустрічей в ефірі.